Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и я начинаю серию ответов на вопросы, и те, кто ждал, вы дождались. Сегодня у нас будет видео по запросу на тему, пишет нам Smoking Girl, она пишет, что у меня возникла не очень приятная история, и мне нужен твой совет, мне нравится парень, но у него есть девушка, а его девушка моя подруга, помоги, пожалуйста, очень нужна твоя помощь. Что могу сказать по этому поводу? Сразу могу сказать, что плохо. Не должны нравиться вам парни и даже бывшие парни ваших подруг, если это действительно ваша подруга. У меня был опыт, я вроде даже как бы и отбивала парней у своих как бы подруг, но, скорее всего, это были просто не подруги мне. И все это было для самоутверждения, все это было в молодом возрасте, 16-15 лет, поэтому если сейчас вам 16-15 лет, не повторяйте моих ошибок, не делайте это. В принципе, это говорит о вашей дружбе. У девушки все равно так или иначе остается какое-то чувство и так далее. Вы можете, чтобы это понять, просто поставить себя на ее место. Если вам дорога подруга, то забудьте о ее парне и о ее бывшем парне. Ну, если прям бывший, то можно еще поговорить как-то. У меня была история, когда мы с моей подругой одновременно познакомились с парнем. Ну, она, конечно, с ним переписывалась до этого, но мы вместе увиделись, да. И они начали встречаться, у них не очень все хорошо получилось, а у нас как бы, видимо, ну у меня точно возникла такая связь как-то с ним с самого начала. Но они повстречались недельку, я подождала, не вмешивалась, ничего, и через какое-то время проявила инициативу, и мы с этим человеком прожили 2,5 года. То есть такая была история, но подругу я не потеряла, она очень понимающе отнеслась к этому, вообще она у меня очень умная девочка, и может быть поэтому так произошло. Поэтому, ну, и мы уже взрослые достаточно были, но я думаю, что я не стала бы повторять таких ошибок, и уже даже если это бывший парень, и они провстречались недолго, у них ничего не получилось, наверное, бы я не лезла уже в эти отношения. Чего вам тоже и советую, чтобы не лезть. Есть много, полно свободных парней, и, знаете, есть такое даже, что мы... Просто даже вот от того, что это парень подруги, что-то нас подстёбывает, что-то подстёбывает. Я думаю, что, скорее всего, ну, подстёбывает, чтобы увести этого парня. Я думаю, что, скорее всего, это вот желание самоутвердиться, что ты лучше. Может быть, вы себе не признаете этого, да? Но что ты можешь увести? Потому что иначе как вы могли посмотреть, как бы? У вас есть подруга, у нее есть парень. Это все равно, что вы смотрите на ее золотую цепочку, вы себе ее хотите, как бы, да, взять. Как бы. Ну, для меня вот эти сравнения. Просто не имейте права, это не ваше. Если же это не совсем такая подруга, как бы подруга для вас, и вы чувствуете флюиды от парня, наверное, уже парень должен как-то тоже вступиться, вмешаться, объяснить ей, что вы там нравитесь друг другу. Ну, забудьте сразу про дружбу. То есть это не дружба, и значит, вы не дорожите своей подругой. А что касается еще дружбы, да, я, например, ценю дружбу, и потому что у меня, допустим, подруга одна, там, две, три, они очень долгое время на протяжении со мной. Одна у меня подруга с детства, другая там уже подруга лет 10, мы с ней вместе знакомы. И за это время у меня как бы одна подруга остается, которая всегда меня поддерживает. Расстаюсь, я схожусь, там плачу, у меня проблемы, всегда мне помогает. И морально, и материально по-разному. А что касается парня, то, допустим, он был не один, да? И были разные такие ситуации, переживания. Подруга оставалась одна на протяжении всего этого времени, поэтому как-то больше ценности как будто подруги приходит, да? Но я не говорю о том, что если станет выбор, вы выбираете подругу или парня, нужно, чтобы все друг друга любили и уважали, постараться во всяком случае. И вообще это все зависит от вашей подачи на самом деле. Парню или это, если там, ну это другой вопрос, или там парень делает мне выбор, если такое есть, я тоже могу отдельно ответить на этот вопрос, это совсем другое. Так что я думаю, мой ответ был ясен и понятен, если остались еще вопросы по этому поводу, то задавайте их внизу в комментариях, я обязательно сниму, было полезно и интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а в следующем видео мы увидимся, и я расскажу вам о зависти подруг и что с ней делать. Увидимся с вами в следующем видео.